17-й Олег Шатов. И Леонид Слуцкий бросает в бой тройку наших нападающих. Всех нападающих, которые только у него есть. 9-й Александр Кокорин, 10-й Федор Смолов и 20-й. Смолов опять же был рядом с Дзюбой, но Смолову пробить не дали. Атака продолжается. Кокорин, и Кокорин стреляет и бьет. И Кокорин забивает Чеху. Забивает Чехом и Чеху. Вот так. Вот такое начало. То, что надо. То, что надо нам, я говорю о сегодняшнем матче, то, что очень нужно Александру Кокорину, который в 38-м матче за сборную забивает свой 12-й мяч. Вот так Кокорин из тех, что, вспоминая известную песню, из тех, что французам забивал, он послал один мяч в ворота французской команды в предыдущем матче нашей сборной. И вот еще один гол Кокорина, нападающий «Зенита», пробил мяч, скакнул предательски, как при... На эту замену мы вам уже намекали. Посмотрим. И очень хороший пас на Смолова. И Смолов щечкой в дальний угол. Но опытнейший Петр Чех. Смотрите, как выбросил левую ногу и парировал этот удар. Чех есть Чех. С Иванов. Но атаку удалось развернуть. Вперед идет Ирджи Скалок, вышедший на поле на замену. Первым тайм подача. Скидка и удары. Вы смотрите, как сыграли. Как сыграли. Великолепен в роли ассистента Томаш Нецет. Отдает капитану. И капитан наносит угол на правом фланге. Его там за майку хватали. Помните, как он переместился? А мы говорим, 35 лет. Свободный агент. Он успел прибежать сюда на нужное место. Игнашевич только глазами провожал. И Нецет. Вот видите, подача. Подачу делает Дарида. Владимир Дарида, тот самый из Бундеслиги, из Берты, из Герты немецкой, берлинской. Смольников только смотрит. Вот наши защитники, Смольников не раскачивается, как некогда Валерий Лобановский. Хочется, чтобы он также раскачал и сборную, как Лобановский. Посмотрим, видите, момент. Внимание на себя, внимание оттянул, скажем так, Игнашевича Нецет. Очень умело, кстати, Нецет сыграл, увел Игнашевича. И видите, оказался Крейчи против Смольникова. А Крейчи может лучше сыграть. Мы помним, вот когда они с ЦСКА играли, вот эти был момент, мы вам показывали в хип. По флангу открывается Нецет, рядом с ним сразу два защитника, точнее защитник и опорник. И вдвоем встретили и ували там действия. Видите, Денисов пришел, Игнашевич, мяч от ноги Игнашевича отскакивает. И просто бьет Кадлец целенаправленно в дальний угол. И еще, да, рикошет. Мамаев. Денисов. Ну, еще одна попытка. Ой-ой-ой! Ой! Но Чеху больше повезло, чем Игорю. Я имею в данном случае не Игоря Денисова, которому повезло бы пропустить Чех мяч, а Игоря Акинфеева, который вот так от корейцев пустил. Да, жалко, 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 жалко. Игоря Денисова ни одного забитого мяча пока за сборную. 53-я игра. Крейчи. Удачно отошел назад. И без нарушения правил, если чуть помню. Пока Россия, Чехия. У нас есть одна ничья. В 96-м году 3-3. И наша победа в 12-м году 4-1. Крейчи пас, и Чехи выходят вперед. Вот Нецет. Один момент у Нецеда. Крейчи. Но, друзья мои, конечно, это обидно, но это издержки. Это издержки, и, наверное, есть можно было бы ожидать. Крейчи оказался совсем мнимый больной и нетравмированный. И вот выскакивает. Там как раз оказывается Нойштеттер против Нетцера. И из-под Нойштеттера Нетцера. Почему Нетцеда? Из-под Нетцеда. И вот смотрите. И все. Опережает Нойштеттер. Это его гол. Конечно.